Друзья, всем большой привет! Меня зовут Наталья, я очень рада вас приветствовать у себя на канале о вязании. Сегодня хочу предложить мастер-класс по вязанию шапочки. Шапка легкая получилась. Узор, на мой взгляд, подходит для вязания как детских шапочек, так и взрослых. То есть можно связать на любой размер. Вот таким узором я ее связала. Симпатичным. Макушку закрывала клиньями. Так, по пряже давайте сначала скажу. Использовала пряжу Болеро от Сиам. Данную пряжу мне предоставил интернет-магазин Пряжа Су. Я вам оставлю ссылочки все на данный интернет-магазин. Оставлю ссылочку отдельно на этот артикул. Если захотите вязать точно с такой же пряжи, можете пройти заказать. И будет сейчас, вот здесь вы видите, промокод со скидкой 5% на ассортимент товаров в данном интернет-магазине. Обязательно воспользуйтесь промокодом при оформлении заказа. Не забудьте. Итак, на данную шапочку у меня ушел всего лишь один моток. Это 50 грамм. Номер цвета у меня 13, так, как уже сказала, 50 грамм, а длина нити 140 метров. 50% хлопок, 50% вискоза. Обхват головы я вязала для ребенка. Обхват головы 51 сантиметр на 6,5 лет. Ну, я думаю, что она подойдет и на другой возраст, да, детки у нас все разные. Ориентируйтесь по обхвату головы 51 сантиметр. Покажу по высоте, сколько получилось вот от резинки от низа и до макушки полностью вот так, если разложить. Так, высота примерно 20 сантиметров. Для вязания такой шапочки можно взять, в принципе, любой полухлопок. Мне нравится. Я вот раньше вязала часто дочери шапочки из Ернард джинса. Тоже очень хорошо получается. Такое стабильное полотно, хорошо сидят по головке. Ну, в принципе, сейчас большой выбор полухлопков. Можете выбрать, какая вам нравится пряжа. Расчеты я вам сейчас все дам, как я рассчитала, сколько мне петель нужно набрать на резинку, да, потом по узору тоже все это объясняю, поэтому можно, в принципе, взять любую пряжу и сделать свои расчеты. Ну, вот такая шапочка у меня получилась. Если вам понравилась такая моделька, давайте переходить к расчетам и будем вязать с вами вместе. И давайте по расчетам. Обхват головы у ребенка 51 сантиметр, глубина шапочки 19 сантиметров. Спицы я взяла на резинку 2,5, основное полотно буду вязать на тройке. Для начала я связала образец резинкой 1х1 на спицах 2,5, растянула. Ну, не полностью вот сильно, да, а вот так вот как бы слегка растянула, измерила. В 10 сантиметрах получила 22 петли, в 1 сантиметре 2,2 петли. Обхват головы 51 сантиметр я умножила на плотность вязания, получила 112,2 петли. Я взяла 110 петель плюс 1 петля для замыкания вязания в круг, всего 111 петель будет. После того, как замкнем вязание в круг, у нас 110 останется. Раппорт узора 9 петель. Всего будет 13 раппортов, умножаем на 9, 117 петель у меня будет после того, как я свяжу резинку. То есть вы также можете сделать, допустим, посмотрите, сколько у вас здесь на резинку получится, и добавьте петли в большую сторону до того числа, которое будет делиться на 9. А после резинки мы перейдем уже на тройку и добавим 7 петель. Сначала нам нужно связать резиночку. Берем спицы номер 2,5, сразу на 2 спицы я буду набирать 111 петель. Обычным набором вы можете набрать таким, каким вы привыкли. Просто вот обычным набором я набираю 111 петель. Набрала. Так, еще смотрите, вы можете вязать на укороченных спицах. Это будет, наверное, попроще. У меня сейчас они занятые, поэтому я вяжу с удлиненной леской. Поделила спицу одну, вытащила, поделила петли пополам. На левой у меня 56 петель, на правой 55.
Вот здесь у меня ниточки. Будем замыкать вязание в круг. Сдвигаю петли на край. Цепочки все поправили, чтобы смотрели в центр. Ничего не было перекрученное. При помощи крючка буду делать. Теперь смотрите. С правой спицы переодеваю первую петлю на левую. Это я делаю при помощи просто пальчиков. Беру, переодеваю. Вот, переодела первую петлю. Ввожу в нее крючок. Захватываю первую петлю с левой спицы, продеваю через переснятую, аккуратненько одеваю на правую. Так, и теперь вот эту петлю снимаю. Все, замкнула вязание в круг. Буду вязать способом Magic Loop. Если не умеете вязать по кругу этим способом, хотите научиться, сейчас будет ссылочка в правом верхнем углу. Очень подробный мастер-класс у меня есть, можете пройти посмотреть. Итак, начинаем вязать резинку 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. И так далее. Вяжем по кругу резинку 1 на 1 10 рядов. Это высоту получится примерно 4 сантиметра. Резиночка готова. А в последнем ряду резинки я перешла на спицы номер 3. С укороченной леской, да, 40 сантиметров. Вы можете перейти на тройку, допустим, вот сейчас, когда мы будем добавлять петли, тут без разницы. Сейчас один ряд нам нужно провязать лицевыми петлями и добавить 7 петель. Прибавки будем делать, я посчитала, примерно через 15 петель будем делать прибавку из протяжки. То есть сейчас вяжу ряд лицевыми и провязываю 15 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот здесь у нас идет протяжка между петлями. Мы ее сзади, вот так сзади я поддеваю, одеваю на левую спицу и за заднюю стеночку лицевой скрещенной провязываю. Одна петля добавилась. И вот так нам нужно добавить по кругу 7 петель. Теперь петли добавили, 117 у нас петель, дальше схема. Сейчас вставлю вам схему на экране, можете распечатать, перечертить. Как уже сказала, раппорт узора у нас равен 9 петель. Вязание начинается вот отсюда, с начала ряда, с первого, где циферка 1. Отсюда начинаем и пошли вязать. Провязываем первый ряд, второй, четвертый и все четные ряды вяжем по узору так, как петли стоят. В схеме представлены только нечетные ряды. Всего у нас раппорт высоту получается 30 рядов. Так, по обозначениям. Здесь, в принципе, они все есть. Кругляшок – это накид. 2 петли с наклоном влево, 2 петли с наклоном вправо, лицевая петля, вертикальная палочка. Ну и в принципе все. Несложное обозначение. Мы с вами провяжем сейчас первый и второй ряд. Здесь практически все обозначения есть. Я вам покажу. Единственное, 2 петли с наклоном вправо. Я покажу, как нужно будет потом провязывать. И вы будете вывязывать вверх схему по узору. Итак, давайте вязать первый ряд. Начинаем. Делаем накид, 2 петли с наклоном влево. Петли у нас должны быть расположены вот так на спице. 2 петли. Мы их за заднюю стенку лицевой провязываем. Это 2 петли с наклоном влево. Дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых у нас идет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых, накид, 2 петли с наклоном влево, снова петли смотрим, чтобы верно были расположены, 2 петли с наклоном влево, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Два раппорта мы с вами провязали и продолжаем дальше вязать.
Первый ряд провязываем и покажу, как вяжется второй. Если петли у вас неверно расположены, возможно, кто-то не поймет, чтобы две петли с наклоном влево провязать, вы их разверните. Вот, развернули, чтобы они правильно были расположены. Провязали первый ряд. Второй ряд вяжем следующим образом. У нас сразу стоит накид. Мы его провязываем лицевой за переднюю стенку. И далее у нас все петли идут лицевыми. Накиды обязательно провязывайте не скрещенными. Вот он, следующий накид, лицевой за переднюю стенку. Так, теперь по схеме у нас здесь сначала половина схемы идут две петли с наклоном влево, вот они все, а потом вправо, вот как вправо провязывается. Здесь нужно, чтобы петли, вот они у меня сейчас верно расположены, вот таким образом, чтобы вы слева направо так удобно их могли провязать лицевой. Так, не убежала, надеюсь. Еще раз. Вот таким образом они расположены на спице. И слева направо мы их провязываем вместе. Лицевой наклон вправо получается. Вот таким образом будете вязать то обозначение. Все, теперь вывязываем, получается, всю схему. И я там дальше по высоте посмотрю. Пока вот 30 рядов вывязываем. Сейчас начинаем вязать после второго третий ряд. Снова накид, лицевая, 2 с наклоном влево, 7 лицевых и так далее. Четвертый, потом пятый снова отсюда пошел у нас ряд. И вот так вот вяжем. Продолжаем вязать всю схему в высоту. Итак, смотрите, я вывязала нужную мне высоту до убавок. Получилось здесь примерно 18,5 сантиметров, этого будет достаточно. Если по схеме смотреть, я вывязала полностью схему в высоту и вывязала еще 16 рядов, то есть 15 и 16 ряд, так как петли у нас стоят. Вот, примерно полторы схемы где-то у меня получилось. Так, теперь еще по схеме. Вот здесь, когда мы вязали вот это вот расстояние, что я тут обратила внимание, смотрите, опять же, вот 15-16 рядов я провязала. Когда пошла вязать 17 ряд, то есть вот эти вот ряды, где у нас идут с наклоном вправо убавочки все, вяжем по схеме также все, начиная вот отсюда пошли вязать, провязывая сколько нужно раппортов, и в конце получается, что когда заканчиваете ряд, вам нужно будет провязывать вот эту часть от раппорта, да, то есть, допустим, провязали все раппорты, сколько у вас вошло, и когда заканчиваете ряд, у вас получается, что здесь будут 4 лицевые петли идти в конце. Так, и вот смотрите, я пришла в конец ряда, как раз вот 17 я вам сейчас покажу, как провязывается в конце. То есть я провязала все раппорты, сколько у меня вошло, и сейчас начинаю вязать вот сначала 2 лицевые. Так, давайте провяжем 2 лицевые, 2 петли с наклоном вправо, 1 лицевая. То есть я сейчас провязала вот эту часть, вот эти вот петли. И заканчиваю я вот этими петлями, 4 лицевыми. Вот, 1, 2, 3, 4. И теперь давайте приступим к закрытию макушки. Схема нам больше не нужна. Теперь будем закрывать клиньями. У меня 117 петель, получается 13 маркеров я повесила через 9 петель. Вот. И будем закрывать в начале сразу вот 2 петли вместе с наклоном вправо, петли до маркера провязываем. 2 петли вместе с наклоном вправо, петли до маркера провязываем. Вот таким образом. Закрывать будем через ряд. В одном ряду закрываем, следующий просто вяжем лицевыми. Так, маркер. 2 петли с наклоном вправо я сразу в начале провязываю.
И дальше просто петли довязываю до маркера. И таким цветочком у нас закроется макушечка. Так, перебросила маркер, снова 2 петли с наклоном вправо. И снова довязываю до маркера. Ряд до конца довязываю, второй ряд просто лицевые. В следующем снова также убавки делаем. Сейчас я провяжу определенное количество рядов и потом скажу, сколько должно остаться на спицах петель. Там уже будем делать быстрые убавки, резкое закрытие. Итак, смотрите, я закрыла все петли. Вот у нас, видите, получается так клиньями это все закрывалось. Сейчас у меня между маркерами осталось по 4 петли, то есть 36 петель на спицах. И теперь я буду закрывать просто по 2 петли вместе. С этого ряда по 2 петли вместе маркеры буду убирать. По 2 петли вместе с наклоном вправо решила делать, но тут это без разницы, можно и с наклоном влево. Вот 2 вместе. Так, немножко туго провязала последний ряд. 2 вместе. Вот маркер убираю первый, снова 2 вместе. И так все петли по кругу нужно будет провязать. Вот все до конца ряда. Итак, один ряд провязали по 2 вместе, и еще один ряд провязываем по 2 вместе, последний, и будем стягивать макушку. Также вяжем сейчас по 2 петли вместе. Осталось у меня всего 9 петель, я обстригла нить, ну вот такую не сильно короткую, вдела в иголочку и буду на иголочку вот так переодевать сейчас все петли. Вот таким образом. Так, и нам останется только стянуть макушечку. И все, и шапочка будет у нас готова. Так, все, спицы убираем. Вот, видите, дырочка по центру. Мы в нее выводим иголочку на изнанку. И затягиваем вот это место вот так хорошо, хорошенько подтягиваем и прошиваем, закрепляем нить. Несколько стежков. Если вяжете с этой же пряжи, постарайтесь получше закрепить, поскольку ниточка скользкая, присутствует вискоза, и нужно хорошенько ее закрепить, чтобы не убежала потом. Так. Все, обстригаю, оставляя небольшой кончик на всякий случай. Так, и вот она получилась у нас такая макушечка цветочком. Она потом на головке разгладится и будет так смотреться симпатично. Шапочка наша готова. Вот такая получилась. На этом мастер-класс буду заканчивать. Большое спасибо, что повязали со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на дополнительные соцсети. Ссылочки все внизу в инфобоксе под видео. Всем до новых встреч. Пока-пока.